15 мая в областном центре начнется Ганзейская неделя. Она будет посвящена 25-летию вхождения Великого Новгорода в Ганзейский союз нового времени. В планах организаторов отметить дату целым комплексом разноплановых мероприятий, фестивалями средневековой музыки и национальных культур, театра живой истории, Ганзейского торга, фестиваля исторической реконструкции. Главной площадкой праздника станет Ярославово дворище. Именно там развернутся самые масштабные действия. Но часть программы пройдет и в других уголках Новгорода. Вот для того, чтобы любой турист, приехавший в наш город, мог узнать о Ганзе побольше, и задав вопрос, например, любому новгородцу, мог получить от него ответ, а что же такое Ганза и как вообще Великий Новгород связан с этой темой, вот для этого мы предлагаем начать Ганзейскую неделю 15 мая с урока, который пройдет в 9 часов утра во всех общеобразовательных учреждениях нашего города. По задумке организаторов, Ганзейская неделя должна стать новым туристическим продуктом, интересным для гостей города и для самих новгородцев.